бульвар машина. Сунь пятак. Что-то повертится, пошипит гадко. Минуты через две, приблизительно так, из машины вылазит трехкопеечная шоколадка. Бараны, чего разглазились кучей? В магазине и проще, и дешевле, и лучше. Черт, сын его или он и брат, расшутившийся сверх всяких мер, раздул машину миллиарды крат и расставил по всей России. С ночи становятся людей тени. Тяжелый подъемный мост скрипит, глотая дверь учреждений. Извивающийся человечий хвост. Дверь загорожена, еще не узкаем. Через решетки канцелярских баррикад, вырвав пропуск, идет пропускаемый. Разлилась коридорами человеческая река. Первый шип, первый вой, с очереди шип, а за них беструдовой. Ищите, обрещите, погите и режь ее, которая входящая и которая исходящая. Обрящу через час другой, на руб бумаги совсем мало, совую дрожащей рукой в пасть ходящего журнала. Колесики завертелись, от дамы к даме пошла бумажка, украшаясь номерами. А там бумажка перекинулась к секретарше. Шесть секретарш, младший и старший. До старшей бумажка дошла в обед. Старшая разошлась, материал со след. Звезды считать, сойдешь с ума. Инвестиций не считаю, плавай сама. Бумажка плыла, шевелилась еле, лениво ворочились машины. Карманы тыкались, сорвались портфели, на полку ставилась, плалась столы под грудой таких же. Стволами коллеги ждала, когда поднимут пусть ее. И вновь под сукном многомесячно неги дремала в 33-й комиссии. Бумажное тело сначала толстело, потом прибавились крипцы лапки, затем бумага выросла в дело, пошла в огромной синей папке. Сад ее исписал на славу, от зала к замзаву вернулась вспять. Замзав подписал и обратно к залу, вернулась на подпись бумага опять. Без подписи места не сыщем, по ней мы. Но вновь механизм бумагу волок, с плеча рассыпая печати и клейма, на каждый чистый еще уголок. И вот, через какой-нибудь год, отверз журнал исходящий рот и, скрипнув перьями, выкинул вон бумаги негодной на миллион.